Где вы все? Где вы? Можно я уже выйду там? Да. Я сразу. Привет! Сегодня мы идем кататься на роликах. Но мы не одни, мы с картонкой. Итак, мы подходим. И вот они. Стоят тут себе, ждут нас. Привет! Что это? Это ролики, наверное. Привет! Всем привет! Всем привет! Что происходит? Давай пять. Давай опять. Обнимашки. А блогер бас. Вы идите без нас. Дима и Илья в одинаковых футболках. Классно. Та-да. А он убежал. Илюх, иди сюда. Ну круто, слушай, где вы берете одинаковые футболки? Ага. Мы идем по Дримтауну сейчас в Киеве. И... как видите, горы фанатов прям бегут за нами, прям смотрите, толпы окружают отовсюду. А если честно, мы за это время не встретили ни одного фана. Мы вообще, в принципе, детей мало в Киеве встречаем. Но если они честно, да, то ли где вы все? Где вы? Одни взрослые дяди и тети. Мы идем дальше. Ага. Дальше будет большой роллер дом. Ура, ролики. Коньки. Да. Я думаю, мы будем единственными, кто будет кататься там на коньках, на роллердроме. Ну, надо же... Нас точно запомнят. Да. Друзья, у нас началась полная жесть. Мы не можем выяснить размеры ног, инструктора для Алисы и кучу всего остального. Но я надеюсь, это все решится, и мы начнем кататься. Ролики. Алиса, ты с инструктором будешь, ты в курсе? Мы тебе специального какого-нибудь человека... Я тоже буду с инструктором! Да. Тебе тоже? У тебя? Николь у нас вообще катается очень круто, но мы решили все равно одеть защиту, потому что, мало ли, вдруг какое-то падение, да, будет. Но год уже целый не каталась, да, на всякий случай. Давай, Алиска, давай, ты сможешь! Ой, все. Так, эта маленькая жесть начинается. Девчонки уже тут разрезают просто, а я еле хожу. Ждем инструктора для Алисы. Можно я уже выйду там? Да. Все, мы нашли, короче, инструктора для Алисы. Теперь инструктор ее будет вот так вот носить здесь по роллердрому. Классно тебе, скажи, Алиска. Класс, специальный какой-то коврик для Алисы. Ты представляешь, специально для тебя будет супер коврик. Николь себе уже нашла подружку. Катаются уже, короче, вместе. Алиса собирает кружки по цветам. Давай, давай, зайка, молодчина. Супер. Красный. Да, супер, молодчина. Давай, давай. Круто, у тебя получается, Алиска. Оп. Молодчина какая. Вот они едут, супергонщики. Ну что вы уже? Защите, а если грохнуть, так... Ага. Гоняете? Да. Гонщики. Так, поехали. Блин, как бы за ними успеть. Ребята, я езжу вообще вот так вот. Они от меня уезжают. Так, срезаем, срезаем. Срезаем, постараемся их догнать сейчас. Опа. Так, мохито. Ням-ням. Давай, Николь! Ты можешь! Смотрите, как она умеет. Быстро, а? Прям вообще. Огонь разгоняется как. Так.
Тише, тише, аккуратно. Она на самом деле нас тянула сюда уже много дней подряд. Пойдемте в Dreamtown. Покатаемся на роликах. А мы не шли. Поехали. Ты чувствуешь, когда ты хорошо снимать не умеешь, а тебе папа дал камеру. Кататься не очень удобно. Понимаю, теперь папу и Диму. Дима, правда, на телефон снимает? Вон Илюша катается. Его учат кататься. Потому что он плохо тоже катается. В принципе, как Алиса и Дима, и папа. Я, да, хорошо катаюсь. Мы перебрались кушать. Так, девчонки пока тут рисуют. А я рисую там. Ты тоже рисуешь? А мне самые лучшие достались. Ребята тоже рисуют. Так, Дима рисует миньона, Илья рисует танк. Мне самые лучшие достались. И Коля рисует Маккуин, потом вроде Машу собирается рисовать. Маша, а Алиса рисует какую-то принцессу, не знаю, кто это. Так, немножко милоты. Вам в ленту. Да. Ева так мило ест вообще просто. Она ест еще и бумагу какую-то. Нам уже принесли мисо-суп вкусненький. Мне кажется, что мы немножко поправили. Это хорошо, значит свежий. Запросим рюкзаки туда. Давай. Горяченький? Он сказал, хорошо, это значит он свеженький. А если хорошо, холодный, значит с холодильника. Дай мне мой телефон. Я сказал не холодный, а горячий. Значит он с печки. Итак, следующий этап нашего влога. Ниндзя Хаус. Должно быть что-то интересненькое. Друзья, это двухэтажный аттракцион Ниндзя Хаус. Это у нас первый этаж, это у нас второй этаж. Это у нас коридор. Квадрат Муле еще можно не обращать внимания. Ага. В этом аттракционе за счет необычной конструкции здания у вас будет возможность немножко по-другому ощущать гравитацию. Итак, мы заходим. Так. На камеру это не передать, слушай. Здесь, обалдеть, здесь, короче, кривой пол. Смотрите, как здесь все стоят. Видите, пол получается кривой. Он стоит на месте? Нет. Да, вообще да. Ну, такое ощущение, как будто да, прям двигается. А ну-ка, сядь на стул. Давай, садись. Он падает реально. Алиска, ты как? Страшно прям. Смотрите, как лестница криво висит. Встань с лавки без рук. Ты должна сесть на нее и встать без рук. Садись. Встать без рук. У тебя получилось. Следующее задание. Вон, сзади тебя. Так, следующее задание. Спробуй так и так. Покататься на качеле. А ну, попробуй, да, покататься на качеле. Давай. Вообще. Прям. Я не знаю, что.
Обалдеть, ребята, а вон он пошел секундомер. Наверху. Я в шоке. Такое ощущение, как будто этот дом двигается постоянно. Но он на самом деле просто стоит под углом все время. Мне кажется, это не получится. Я уже вышел, а наши там остались. Даже мама наша поднялась сейчас вот наверх. Интересно, как она там будет. Вот она, Николь, стоит, вот она, Алиска. А там зашла еще мама сверху. Правда, она переживает, что ее стошнит прям там. Сейчас посмотрим. Походу, она сейчас будет спускаться. Нереально прикольный аттракцион. Неожиданно. Ну, как бы мы были в перевернутом доме. Ну, как бы прикольно, все, походил, посмотрел. А здесь вообще такое ощущение, как будто оно постоянно двигается. Но я понимаю, что оно стационарно просто зафиксировано. Просто всегда под углом. Вообще жесть просто. Насколько меня не укачивает, здесь прям укачало. С тем учетом, что вся эта конструкция не двигается. Очень прикольно. Все, дети, поехали. Жена.